все понимают, что тяжело комментировать такие матчи, и все же... Что пошло не так? Наверное, звезды сошлись не тем раком, потому что явно что-то пошло не так, проблема какая-то была в нашей игре. Но мы будем ее решать со временем, наверное. Евгений Алипов, что вам говорил в перерывах? Ну, говорил, что надо играть тоже в обороне, на контратаках. И, конечно, огрызнуться, забить что-то. Показать, что мы тоже что-то можем. Скажите, перед такими играми с Донбассом, наверное, вся команда отрабатывает игру в защите? Нападающие? Все бегают. Потому что в этих играх очень тяжело физически. Спасибо. Удачи. Если позволите, сложно спрашивать, что не удалось, а гораздо проще спросить, а что удалось? Что удалось? Ну, потихоньку начинаем уже выходить из зоны. Хоть как-то. Какие-то контратаки. Первый раз у нас вообще, по-моему, ни разу не вышли из зоны, ни один раз бросили ворота. Но в этот раз, я смотрю, уже потихоньку хоть из зонки выходим. Стараемся, потихоньку работаем. То есть прогресс есть? Ну, надеюсь, да. Вы же судьи, а мы играем только. Вы смотрите. Алексей, напомните фамилия. Волков. Спасибо. Волков. Спасибо.